И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved, все так же на Extinction. И сегодня мы пойдем за керезинкой. Камон, уже какой там выпуск, не знаю, но в общем, а керезинка-то нужна. Солома, ягоды и все в таком духе. В общем, все надо, что керезина может добывать. Поэтому сегодня пойдем уже наконец-то за ней. Чтобы притомить резинку, сделаем киблы. Давайте глянем, что у нас вообще здесь. За кадре вообще практически не было. Что у нас? 21, нормас. Пока что, как видите, все на говнеце держится, удобрений еще не было. Пивас не приготовился, зато чувак довольно-таки некисло раскидывает говнеца по местам. Так, давай глянем. Ну, естественно, солома, мать твою, за ногу. Ой, надо вот эти вот прям убирать отсюда, потому что он солому вечно забирает. Аж бесит. Из плюсовского он всегда забирает соломку. Так, отлично. Здесь хоть что-то осталось. Короче, суть в чем. Когда ты собираешь предметы, то есть, допустим, состряпать вот это вот, и ты нажимаешь заказать один предмет, он чуть ли не в первую очередь отсюда лутает ее. Поэтому я хочу блины поставить куда-то вот туда, около этого, ну, соответственно, дом будет стоять здесь. Я надеюсь, что не будет лутать. Ну, либо надо налутать столько соломы, что она просто нафиг не нужна будет в добыче. Хотя, да, я так и думал, солома здесь тоже есть. И дофига солома здесь есть. То есть нужно будет солому туда накидать по пару стаков, чтоб уж если флутанет, так все равно что-то да осталось. Короче, плевать. Давай, слушай, сначала глянем, что мне нужно на киблы. Ну, довольно-таки неплохо. Здесь лимон, жареное мясо. Опять-таки же тоже все есть. Единственное, что нужно будет воду надо. Окей. С этим проблем, я смотрю, у меня не будет. Все это есть. Яйца Дина, понятное дело, есть. Лимон у меня выращен, жареное мясо только нужно будет сделать, ну и воду немножечко притарабанить. Короче, осталось дело за малым. Нужно найти терезинку. Ну, плюс-минус такого нормального левела. Давай возьмем воротиночки. Да, конечно, это не бегемотины, но все равно пускай будут. Да, хотя, пускай так. Погнали. Терезинка находится на верхней части карты, в верхней, кроме зимы, и вон там, в лесу. Немножко около серного месторождения, но опять-таки же тоже там фигня копейки. Поэтому летим поверху и ищем здесь. Задефаться будет, я думаю, очень тяжело, и если будет где-то с краю, то я попробую за собой сагрить, чтобы прибежал на точку, ну, в город, в сейф-зону, можно так сказать, где поменьше этих козлов зараженных. Так. Это что там, с кем воюет? Ха, с кем воюет, того уже замочили. Так. Хе-хе-хе, я скопирую полное имя, хоть раз не от руки пишу. Ну ладно, чё, поищем немножечко, поищем. Там еще нужно будет сделать, по сути, кукет. И подключить ее к этой, наверное, все-таки к водоснабжению. Ну я просто думаю, реально лучше сделать, наверное, этот на электричестве. Так, по крайней мере, интереснее будет. Наверное, это не точно, поэтому там уже будет видно. Чё-то, короче, нифига себе. А, нету. Ёб твою ж за ногу. Звучало так, как будто я на какую-то мину наступил. Особенно вот если в флешбеке из Раста, так вообще, как будто прям конкретно на мину наступил. Такой, все. Прощайте. Нифига там мешаник. 15-й, 55-й, это что там, опять 55-й, что ли? 25-й, 55-й, 70-й, ёпсель-мопсель, вот это тебе, короче, тут мешаник как мешаник. 40-й,
70-й. Ну, прям, ух, кайф. Нравится, когда такое происходит. Но не нравится, когда вот такая жопа происходит. 45-й левел. Ну ладно, короче, поищем. Вау! Практически, можно так сказать, сразу. Я только успел того трайка замочить, который там был. Там смотрю, дилка, трайк. Думаю, ну, окей, надо замочить. Мне полимер нужен. И тут бах, вот, терезинка. Кайфового левла, между прочим. Так. Да, прям топежа у меня, конечно, кайфовая. Потому что я качаю в урон. То есть там буквально чуть-чуть подкачал туда-сюда. И остальное все в урон кидаю. Потому что, ну, прям... Камон! Камон! Кайф! Так, давай. Спасибо, братуля. Оп. Я это заберу. Спасибочки. Дай бог вам здоровочка, как говорится. Ладно, погнали. Терезинка. Терезинка 35 левел. С одной стороны маленький левел, а с другой стороны, а куда мне больше? Мне терезинка нужен для... По сути, только лутания ресурсов. Ну, 75, прикольно. Но, так как я здесь немножечко подзачистил, мне, по сути, можно сильно не беспокоиться о нем, по идее, выживет. Поищем еще немножечко. А, вот, найдал кого-то побосявел. Я еще почку вообще замочу. Че я захотел проверить? Сколько мы лутали стопежи, это прекрасно видели. А сколько будет... О, добрый вечер. Че там... Ну, как минимум в 2,5 раза больше. Неплохо, неплохо. Это стоит заметить. По сути, если флутануть какого-нибудь гигу, то тоже будет неплохо. Но опять-таки же, специализированным каким-нибудь диносом будет, конечно же, намного круче. О, погнали с тега глянем. Ой, ну тут карначи, что пас козлы. Они же сожрут ее быстрее, чем я залутаю. Кстати, терезинку так и не нашел ни одного. Прикинь. Просто как так. Не, конечно, молодцы, накинули кровоток, но... Почему они сдохли? Камон! Неожиданно. Да, трачу время, но с другой стороны, у меня зато нароста больше. Это же ж клёво! Когда нарост это в игре... Что можно подумать. Слушайте, реально, я вот сколько здесь прилетел, я так и не нашел терезинку, прикиньте. Если тот 135 тоже там сдохнет, вообще будет класс. Да. Обидно будет, обидное. Тоже караптер, что ли? Ух ты, нифига себе, халикатеры тоже караптер-то бывает. Прикольно, не знал. Честно, не знал. Я не изучал вот это вот, типа, какие могут караптеры, какие-то нет. Мне на это пофигу. Короче, прикол-то или всемирный заговор, но я вернулся к той самой терезинке, которую 35 левел. И, кстати, да, я не знаю, с чего я так решил, но не в 2,5 раза кого-то, кое-как в 2 раза больше лутается. Потому что иногда 29, короче, от 29 до 35, что ли, у меня было с перчиком, если лутать топежи. Ну, как бы тоже такой нормас... И вполне достаточно. Так, теперь, как мне тебя спрятать? Можно тебя туда завести, но и здесь в целом-то тоже такая безопасная штука. Но я думаю, лучше тебя все-таки туда завести. Отлично. Погнали за мной. Не, конечно, тебя к дому вообще завести был бы кайф, но это уж совсем жирно будет. Сомневаюсь, что ты добежишь со мной до дома. Или сомневаюсь в том, что мне это не надоест быстрее. Давай, вперед, пошли, что покажу. Ща, короче, ты офигеешь, я тебе такое покажу. Ху-ху. Да, но сначала, конечно, я покажу тебе мир из стрел, скажем так, а потом уже, да. Так, давай поставим воротинки здесь, почему бы и нет. Будем использовать природный ландшафт. Еще бы я вот не летал бы, как тварь. Только не демолиш. Я уже демолишил. Мне достаточно. Так. И вот так.
Да, отлично. Здесь я смогу поставить. Вот это поднимем. Автоклосс онли. Нет, сразу же автоклосс онли. Отлично. Погнали. Терезина. Парень. Сейчас что покажу. Вот. Не делайте так, как Терезина сейчас делает. Да ты серьезно, что ли? Давай уже обходи. Давай. Да ты что, серьезно, что ли? Оп. Да ёб твою же ногу, ты серьезно? Я ж перестрался. Так, у меня вопрос, а ты вообще пролезешь? Кап. Да, я понял, почему я не подобрал. Да ты серьезно? Вот. Он же это, задамажил его. О, так это пролазишь. Да иди, твою мать, ты серьезно? А я не знал. Да-да-да, ты через это тоже пролезешь, нифига себе. Но он там задамажил, в этом-то и проблема. То есть я их не смогу сейчас это закрыть. Но я могу сделать так. Эй! Тормозну ты, иди сюда. Пошли. Все. Пошел ты. А теперь смертельный номер. Оп, пошел. Все, отлично. Приземляемся. Все, братан. Расслабься, успокойся. Ща будет стрельба из лука. Ха, прикол. Они, походу, то ли починили, то ли на предыдущих картах это не работало. Но яйцо динозавра здесь работает додошкой. Здесь уже не работает, то есть вот здесь они работают как положено, большие яйца и так далее. На предыдущих картах с помощью яиц это додошек можно было приготовить другие, ну по крайней мере вот это точно я с помощью додошек варил. Прикольно. И это здорово, что они починили, я вот так скажу. С одной стороны, с другой стороны, это, конечно, жопа полная, что они починили. С другой стороны, нормально. Ладно, пофигу, самое главное, что я знаю теперь, что они это починили. А это хорошо. Я тут, кстати, мясо жарю. Я вспомнил о нем. Я его жарю. И заодно тухляк делаю. Пускай готовится, какая разница. Ну, а это, соответственно, сейчас мне не будет уже не нужно. Так, потушить, забрать. Это все, по сути, реально не нужно. Ну, тоже хорошо. Тоже хорошо. С яйцами додошек потом что-нибудь придумаем. А сейчас погнали оглушать этого пиздюка. А, что у меня здесь? А, точно, стимулятор. Я не помню, для чего ты мне был нужен, но, короче, лежи теперь там. Я реально не помню, для чего он мне был нужен. Так. Что мне будет на него нужно? Для седатива он мне нужен. Точно. Вспомнил, для чего нужен. Ну, ладно, потом создам. Так. Арабалету. 11 овощей. Ну, мне седативу нужно будет парочку, это точно. Ладно, погнали. Погнали. Дурная морда. Ты чё творишь? Да ёп. О, стой здесь. Стой здесь, сказал. Да ёп, твою ж за ногу, я и так косой как. А ты ещё и... Да хорош уже. Да... В смысле, я сейчас случайно нажал. Там реально случайно нажал. На эти в жопу. Оп. Блин. Дурная полуптица. Натуре, блин. Отдай. Так, 11 овощей. Ну, с этим-то у меня точно проблем нету. Это даже лучше, чем сладкие кексы, мажабетки и так далее. Ну, отлично. Погнали до дома за овощами.
очень кайфово, когда у тебя есть заначки из наркобериков. Мне сейчас они просто будут нужны. Овощи, нифига себе у меня тут овощи, я вам так скажу. По 32 это прям вообще огонь. С кукурузой хуже. С морковкой. Морковка, как обычно, тащит просто. Возьмем побольше, лишним не будет. Пускай, если что, похавает еще. И седативчик. Для этого мне нужно будет сделать сейчас наркотик. И все будет просто офигенно супер. А не поджарился. Классно. Так. Засовываем в жопу седатив. Еп. Картофан, маркофан. И поперло томление. 100% эффективность? В смысле? Ты... В смысле даже без киблов? Ты хр... это... Да? Ну вот, желтая полоска, 100%. Вот это показывает. Серьезно? Блин, вот ты, конечно, улегся так. Прям... О-о-о-о-о-о-о-о-о. Что-то я видел. Да, прикинь, овощами 100%. Кайф. Ну и как я говорил, точнее, как я думал, без второго седатива точно не обойтись. Да, ну 100% овощами, что? Да в жопу эти киблы, когда овощи тащат. Тем более, они очень полезные. Да, терезиночка, это просто кайф. Так, лети на базу. А мне здесь надо прибраться. Ну, в смысле, мне нужно это. Так, пикапнуть я ничего не могу. Поэтому что? Правильно, демолиши. Пошла жара. Нафиг все это. Тем более, что деревянные ворота это... Го... Но, да, надо было эти сначала поставить. Ну и пошли нафиг отсюда. Отлично. Все, погнали до дома. И посмотрим, что же у нас может делать Терезинка. Так, ну, во-первых... Так. Правое ПКМ это волокно. На что там у меня удар? На Б. Признательны. На Ctrl. О, во. Это он получается уротом, да? Типа хватает. Да, кусает укус. Отлично. Куча ягод. Это очень хорошо. Инфорсер. Чувак. Не зацепить бы тебя случайно. Не-е-е. Погнали хавать. Так, укусом дерева 326. Давай еще раз. 270. Окей. Если в ЛКМ. Ну, это понятное дело круче. А ПКМ. Меня прикалывает, как он это собирает такой. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Стрижет, короче, такие кусты. Ну прям конкретные кусты с такой. Чик-чик-чик-чик-чик стрижет. Так. А так он, получается, лутает соломку. Ну тоже как такое себе лутание этой соломки. Вот это лучше добыча дерева в этом плане. Так. И пошла жара, хавай, чубак, хавай, все твое. Так, и... О, не вывалился. Здесь у нас навык сбора. Грубый или аккуратный? Я, честно, нифигашеньки не помню. Но точно могу сказать, надо сначала посмотреть. А потом уже прокачивать. Зато наркобериков 1200, это прям кайф. Так, в итоге. Грубый и аккуратный. Он же деликатный и мощный. Там, где я читаю. Так вот, аккуратный. Это волокно и ягоды. Волокно через правую кнопку, ягоды через С. То есть до потока. Также кожа через С и через правую органический полимер. Ну и цветы с шелком. Грубо же как раз таки в лучшем степени собирается солома,
дерево, мясо. Это через LKM, левую кнопку выше. Кожа, хитин, туда-сюда, но тоже лучше. Это если не через C собирать, но через деликатный лучше собирается. Сочная мякоть кактуса и труп шелкопряда. Ну, в общем, короче, вот это добыча дерево-солома, назовем так, мясо. А вот это все-таки ягоды, кожа хитин и органический полимер. Ну, я думаю, лучше все-таки собирать вот это вот там. Вкачивается он... О, давай вес тебя вкачаем. Потому что с весом у тебя явно будет жапешня. И давай в аккуратный все. А! Сорян. Нифига себе. Опять-таки же тоже это не сильно-то уж много чего даст, но все же что-то да даст. Так, и получается, что у нас? Через С у нас кожа хитин добывается. Это... Через вот это. Блин, все-таки я инфорсером очканул. То есть через вот это у меня кожа хитин лучше добывается. Через вот это, которое добыча волокна, он лучше добывает, типа лучше добывает полимер. И что я хотел проверить? Ну, конечно же, проверить у караптов. То есть проклятые их я могу. Что-то где-то как-то или не могу поймать. Ладно, сейчас пярим. Такое ощущение, когда я лутаю, он сначала лутает типа нужное число, а потом сверху накидывает те самые вот эти вот проценты. В данном случае сейчас 10% будет накидывать. То есть реально, вот я лутаю, можете посмотреть по цифре. То есть он накидывает, а потом еще раз накидывает. Накидывает, потом еще раз накидывает. И это, походу, так и работает. То есть вот, 42, потом хоп, 46. Если это так, то это прикольно. То есть, по факту, типа, лутаешь, потом тебе сверху накидывают процент из воздуха, можно так сказать, от того, что ты еще раз залутал. Прикольно, прикольно. Но мне все-таки интересно, сколько я с этих пиздюков залутаю. Урон. Давай тоже качнем урон. Это мне тоже пригодится. В целом вес я хочу до 2000 догнать, а потом уже будет урончик уроношный. Так, браузер закроем, чтобы он мне не мешал. Хитин, кстати, лутает неплохо. Неплохо. Мне нравится. Это факт. Ладно, давай поищем карапута. Так. Давай, иди за мной. О, отлично. Не плюйся, тварь. Иди сюда. Чтоб мне лишний лут не накидывало. Хлобысь. И... Блин. Или подожди. А, блин, браузер закрыл. Ну да, не через то залутал. Так, и... Три? Едишь тебя, ты серьезно? Три? Куда мне это три? Вы серьезно? Да я кулаком, наверное, больше бы залутал. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, с органикой здесь, короче, явно все плохо. И да и в целом, я тут что подумал? Блин, а с другой стороны... ты что залагал? Серьезная игра, иди в жопу. Я так подумал... Пока летал, вот это вот и все. С полимером у меня проблем точно не будет. Стоит только лутануть дроп, и с полимером там явно проблем. Ну, явно не будет. Так. Вот. А вот качнуть терезинку в 8-9. Ты серьезно? Да господи. Ну-ка, подожди, а теперь я хочу проверить ПКМ. То есть это был, точнее, ЛКМ. Это был ПКМ. Цешкой я вообще ничего не лутаю, это кожа. Ну, то есть доп. Атакой. Сейчас попробуем ЛКМ.
Так, это что у нас там? Так, так это хорошо. Да уж. Я так скажу. Все крайне дерьмово. Но вот лутать цветочки — это хорошо. Так, ну, братва, разошлись нафиг все. Детишки вас всех. Ёбстудей. Кошмар просто. Просто кошмар. Ну, а с другой стороны, я ж не для полимера его томил. А для всего, в частности, дерева и не только. Ну-ка, иди сюда. И ну-ка, Сешечка. Чё-то не, я кератин не увидел. Цветочки мне прямо закрыли все. А, да и насрать. Самое главное, о, наркобериков дофига. Дерево тоже лутается. Все просто супер замечательно. Вес сейчас подкачаем до 2000. Оу, какое красивое число. Мне оно однозначно нравится. Клево. Все, погнали до дома. В общем, все просто великолепно. По дереву мне очень нравится. Потому что, ну как я мог не залутать дерево, точнее уйти и не залутать дерево. Сейчас вот так вот сделал. Ой, вот это тоже число прям такое красивое. Мне однозначно нравится. Ну и это тоже. Ой, мне все однозначно нравится. Еще вот урончик прокачать, и будет кайф. Ну, а я на этом уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, комментировать. Ну, конечно, делиться моим видео с своими друзьями. На этом все. Всем удачи, всем пока, всем счастливого добра. Всем пока.